Стаховна. Все важные фразы должны быть тихими, всего остротными, всегда нерезкими. Самые странные люди всегда великие, а причина для счастья всегда невеские. Самое честное слышишь на кухне ночью. Ведь если о чувствах, то не по телефону. А если уж плакать, то выйти по волчьи и тоскливым эхо на пол района. Любимые песни все хриплым голосом, все стихи любимые, неизвестные. Все наглые люди всегда ничтожество, а все близкие люди всегда небесные. Все важные встречи всегда случайные, самые верные подданные предатели. Все клоуны, все печальные, а упрямые скептики, все мечтатели. Если уютный дом, не замок точно. Эх, а квартирка старенькая в Одессе. Если с кем связаться навеки, прочно. Пусть сейчас все не так, но ты надейся. Да, сейчас иначе, но верь, мы сбудемся. Если уж менять, то всю жизнь по-новому. То, что самое важное, не забудется. А гениальные мысли всегда бредовые. Кто ненужный, вычеркнул. Те свободные нужно отпускать, с кем мы слишком разные. Ведь если настроение не новогоднее, значит, ты точно не с теми празднуешь. Молодец. Выступала Сумбата Стаховна.